За этой стеной, у которой мы сейчас стоим, у Старообрядческой церкви, осенью 37 года, весной 38 года производились тайные захоронения расстрелянных по решениям тройки Рязанского УНКВД. По ночам это происходило. Приезжали обычно два крытых брезентом грузовика и, очевидно, прятали, используя обширные церковные подвалы. Сейчас мы составляем списки людей, расстрелянных в это время, и, очевидно, в следующем году будет книга, где будут отражены массовые расстрелы, которые происходили в Рязани, так сказать, в это время. В 19 году в Рязани должен быть недалеко от этого места, буквально здесь в 300 метрах, установлен региональный памятник жертвам политических репрессий. Сейчас объявлен сбор пожертвований. Правозащитный центр «Мемориал» ведет список реестра политических заключенных. Сложная процедура включения в этот список. Сейчас в нем больше 100 человек. Много или мало? Мы считаем, что у нас демократическая страна, новое государство, которое возникло после распада тоталитарной империи, после Советского Союза. Однако вновь политические преследования, в том числе вот историк Юрий Дмитриев, как мы убеждены, дело надуманное, фальсифицированное. Для чего и кому это понадобилось, вот, откровенно говоря, загадок столько же, сколько и с большим террором. Для чего понадобилось это чудовищное, ничем не оправданное и не имеющее, в общем, никакого практического смысла резня, кроме того, чтобы вызвать страх. Довольно важно людям понимать, что в который раз все зависит от нас. Если мы не приложим усилий не только для того, чтобы сохранить память, но и не допустить репрессии сегодня, бороться за каждого человека, которого мы считаем невинным, обвиненным диктатурой, вновь наступит.